приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. Я вам сейчас покажу новинку из аксессуаров. Это каталог Oriflame номер 13. И вот так выглядит новинка. Это сейчас ожерелье, браслет. Я бы так сказала, что это можно использовать как ожерелье, как браслет. И вот такие серьги в виде гвоздиков, серьги-полукольца, и они трансформер. И сейчас мы с вами посмотрим, как они устроены, как их можно будет носить. Давайте рассмотрим поближе. Сначала посмотрим серьги. Они у нас сделаны в форме гвоздиков, полукольца. То есть вот вы видите гвоздик. Ага. И вот это полукольцо, как мы видим, что две подвески, одна жемчужная, второй камень такой зеленоватый, очень красивый, они с этой стороны не снимутся. Но если мы их передвинем в эту сторону, смотрите, я снимаю закреп, и я могу снять полностью оба камешка или оставить один какой-то, и у вас останется просто кольцо, полукольцо такое толстенькое, и вы можете носить и так, или вернуть назад эти камешки. То есть один, другой возвращаем, и у вас уже будет сережка с подвесками. С этой стороны они у нас уже не слетают, потому что здесь идет расширение колечка. Достаточно оригинально. Давайте посмотрим браслет. Так, сразу одену гвоздик, чтобы не потерялся. Так, а браслетик. Вот, он такой большой. У него здесь сочетание золотистых камешков и такие вот большие крупные бусины под жемчуг. Но выглядит на самом деле это не очень дорого, наоборот, как бы очень так простенько, на мой взгляд. Можно одевать как браслетик, вот так вот скрутить, будет браслет. Ну, на шею вряд ли это поместится, хотя это ожерелье, но я даже не знаю, какое оно будет у нас. Я, конечно, примерю сейчас на шею, посмотрим, но можно носить как браслетик. То есть так обмотать вокруг руки два раза. Сейчас мы сделаем так, так. Вот здесь соедините, будет прикольный браслет. Сейчас попробуем на шею его примерить. Итак, серьги, вот, на мой взгляд, очень даже симпатичные, такие игривые, веселенькие. И я бы, вот, если их взяла, носила бы именно вот с этими подвесками, потому что очень здорово смотрится. А сейчас давайте примерим ожерелье, насколько оно по шее ляжет. У меня шея достаточно тонкая. Так, и я примеряю на самый минимальный размер. То есть она ложится прямо вот так, под горлышко. Если же шея пошире, то мы можем увеличить за счет этой цепочки, которая помогает, да, такой резерв, вот настолько. То есть, если шея пополнее, то можно вот так вот. Ну, мне ожерелье не нравится, такое бы я себе не взяла. Вот серьги достаточно симпатичные, но это мое мнение, такое субъективное. Может быть, кому-то наоборот покажется, что это очень классная штука. Так, спасибо вам за внимание. Если видео полезное, с вас лайк, и оставайтесь на нашем канале, будет еще много-много видео обзоров продукции актуальной на сегодняшний момент.